Где вы выступали, ребята? Праздник? Да. Понравилось вам? Да. Молодцы, продолжайте. Да. Чего изучаете? Садитесь. Садитесь. Выйдите к этому событию. Для того, чтобы быть успешным, нужно заниматься любимым делом, прежде всего. Нужно сориентироваться в огромном количестве знаний и направлений деятельности, но сориентироваться таким образом, чтобы попробовать спрогнозировать, увидеть себя в будущем.